Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Меня зовут Шадрина Алла Валерьевна, я доктор исторических наук, старший научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук. Наша сегодняшняя лекция будет посвящена теме «Религиозность донского казачества и становление церковной организации в XVII веке». Почему эта тема важна не только для Донского региона, но и для России в целом? Во-первых, Дикое поле было фронтирной зоной, зоной пограничья, где формировалось российское государство. Дон не относился к Московскому царству, и поэтому казаки, еще находясь в стадии формирования, заключали договор, начиная с царя Ивана Грозного, о том, что они будут служить. Как они будут служить? За определенную оплату и за оружие. Это устраивало и формирующееся донское казачество, и царя, потому что Дикое поле было фронтиром, где происходили столкновения не только с Османской империей, но и столкновения с половцами, с ногайцами и со многими другими представителями других этносов. Московскому царству было чрезвычайно важно, чтобы его границы охраняли, поскольку само войско еще не было регулярным, это было задолго до царя Петра I, до императора Петра I. Поэтому, конечно же, московские великие князья и цари были весьма рады взаимодействию с донским казачеством. Донское казачество формировалось из представителей разных социальных групп и разных сословий. Благодаря тому, что сейчас существует генетическая экспертиза, и многие ученые заинтересованы проблемой того, откуда какие представители каких народов вошли войско донское, они провели исследование, которое, впрочем, подтверждается и документами посольского приказа. В первую очередь в состав донского казачества вошли представители московского государства, потому что они бежали на Дон, бежали в Дикое поле, чтобы не подчиняться власти московского царя. Сюда же бежали татары из Казани, сюда же бежали и ногайцы некоторые, которые прихотели избежать подчинения неугодному им руководству. Сюда бежали представители многих народов, но основную массу донских казаков, которые воевали в Диком поле, это были, конечно, русские люди. И, конечно же, немалую часть из них занимали запорожцы и те, которые впоследствии стали называться малороссиянами. Они не просто стали значительной частью донского казачества, но и они еще повлияли на некоторые аспекты повседневности донских казаков. Итак, каким образом на фронтире формировалась религиозность, каким образом эта религиозность использовалась государственной властью, каким образом произошло становление церковного подчинения донского казачества, и когда оно стало себя идентифицировать как некая монорелигиозная общность,
Но это весьма условное понятие, поскольку в монорелигиозном общности казаки инициировали многочисленные религиозные отклонения. Но, тем не менее, эта тема чрезвычайно важна, поскольку она дает представление не только о донском казачестве конкретно, но и о многих фронтирных зонах, которые также существовали, были нам в других регионах. Итак, донские казаки начали формироваться к середине 15 века уже как некая общность. Они не жили какими-то определенными поселениями, они еще не создавали станицы, они постоянно находились в движении. Это, безусловно, было связано с тем, что они бесконечно воевали. Войны и попытки обеспечить себя за счет ограбления проходящих мимо судов, караванов и так далее и тому подобное, конечно же, свой отпечаток на формирующееся сообщество отложили. Поскольку казаки все-таки пришли в большей части с Руси, они, конечно же, были представителями русской церкви. Они, конечно же, были в детстве крещены, но, попав в дикое поле, где они не знали, выживут ли они и будут ли они живы завтра, наложило определенный отпечаток. Состояние войны не предполагало иметь наличие церкви, не предполагало иметь наличие тех людей, которые исполняли определенные таинства и церкви, и требы, то есть священников. Это были воины. Но постоянное пребывание на грани смерти выработало некий воинский тип религиозности. То есть человек перед смертью понимал, что ему нужно предстать пред очи Божьи и желательно принести покаяние в своих греховных поступках. И, конечно же, хорошо, чтобы был священник, который его отпоет. Были ли в диком поле священники? Сведений, конечно же, очень мало, но одной из основных направлений мысли у исследователь XIX века было предположение, впрочем, подтвержденное, о том, что, конечно же, в диком поле были священники, но это были люди, которым было запрещено совершать богослужение в Московском государстве, потому что они были вдовцами. Потеряв жену, священник должен был уйти в монастырь и принять монашество, потому что священники не имеют права вступать в повторный брак. Но многих священников такая судьба не устраивала. А поскольку они сразу же после того, как становились вдовцами, лишались права совершения богослужений, они искали способ, где можно их совершать, какие-то определенные таинства, например, крестить, венчать, отпевать, то есть это называется ситуативными требами, требы, которые необходимы человеку в процессе его жизни. И многие священники также подавались в дикое поле. Один воронежский исследователь говорил, что некоторые из них садились на лошадей и воевали наравне с казаками, то есть они полностью меняли свой образ жизни. Но когда была необходимость, они могли казака, который находился при смерти, исповедовать, простить ему грехи и отпеть после смерти. Религиозная сфера не относится исключительно к образу мыслей и мировоззрению каждого человека. Исследуя концепту Византийской империи, религия всегда
была важным средством государственного строительства. И это понимал московский царь. И для него было важно, чтобы донские казаки каким-то образом были причастны к русской церкви. Но московский царь был не единственным, кто настаивал на причастности казачества к русской церкви. Еще было запорожское казачество, которое развивалось самостоятельно и относилось к Константинопольскому патриархату. Малороссиянам приходилось очень сложно, потому что они находились тоже на фронтире, но фронтире другого рода, и у них постоянно происходили, в том числе религиозные конфликты с католиками, которые приводили к тому, что православные малороссияне заключали унию, в результате которой у них сохранялась обрядовая сторона такой, какой они привыкли, но они признавали главенство Папы Римского. Многих малороссиян это не устраивало. И вот после заключения очередной унии, которая получила название Люблинская, многие малороссияне бежали в дикое поле, место, где находилась воля каждому. В знаменитом черкасском городке запорожские казаки основали целую станицу. Она не была большой, но она была. И они стали инициаторами того, чтобы построить часовню, где бы совершались богослужения. Донские казаки не были слишком религиозными людьми, как показывает, например, замечательный источник «Донские дела». Они понимали, что как бы с одной стороны нужно, чтобы визуализировались представления о религии. Ну хорошо бы, конечно, чтобы человек перед смертью мог принять таинство Евхаристии, покаяться и спокойно умереть. Но с другой стороны для них это было не представляло никакой важной цели. А малороссияне настояли. Из согласия войсковой старшины они построили часовню. Эта часовня находилась в 7 верстах от черкасского городка, и постепенно она стала центром монастырского городка. Этот монастырский городок, сведения о которых относятся к 1593 году, представляет собой уникальное явление. О нем сохранилась историческая память исключительно в преданиях. Документов нет. Но то, что сохранила людская память, позволяет утверждать, что монастырский городок был действительно. Он представлял собой не просто поселение монахов небольших, незначительного числа. Он представлял собой некий укрепленный городок, где были фортификационные сооружения и стояли пушки. Кто населял этот городок? Конечно же, не донские казаки. Они были воинами. А для того, чтобы совершать богослужение в часовне, были приглашены монахи Межигорского монастыря, который находился недалеко от Киева. Этот монастырь очень почитался запорожскими казаками, и именно этот монастырь давал священников и монахам многим поселениям, которые оказывали воздействие религиозное на разные сообщества. Вот казаки стали одними из них. Они, конечно же, пошли навстречу
желание малороссийских казаков. Они, конечно же, пригласили монахов. Их было немного, около 20 человек. Чем занимались эти монахи? Они совершали ежедневные богослужения, но кроме самого главного. Сегодня является дискуссионным вопрос о том, а совершалась ли Евхаристия, потому что для ее совершения нужен был специальный антиминс, но антиминс мог выдавать только епархиальный архиерей, а Дикое поле не относилось ни к одной епархии. Они находились вне церковного подчинения. Ну, учитывая, что церкви не было и часовня, которая была построена в монастырском городке, оставалась единственной очень долгое время. Но монастырский городок стал важным этапом формирования представлений донских казаков о монастырях, которые впоследствии очень активно развивалось. Донские казаки считали, что монастырь – это не просто место совершения богослужений. Прежде всего, это некий социальный объект. Туда должны были уходить раненые, больные и старые казаки, чтобы завершить там свой жизненный путь. А монахи должны были оказывать помощь больным и старым казакам. Впоследствии именно этот концепт был развит и в монастырях, которым донские казаки покровительствовали за пределами земли донских казаков, и после того, как они учредили сначала свой первый монастырь Усть-Медведицкий, а потом и другие. Все монастыри сначала земли донских казаков, затем земли войска Донского, затем области войска Донского обязательно выполняли социальные функции досмотра за больными и старыми казаками. Более того, монастырский городок в памяти донцов сохранил память о том, что там были захоронены казаки, погибшие во время завоевания Азова. Именно туда привозили казаков и их хоронили. Впрочем, было два места. Это, во-первых, был монастырский городок, где хоронили убиенных вокруг часовни. И второе место – это было знаменитое станичное кладбище черкасского городка, которое располагалось вокруг Ратнинской церкви на Ратном поле. Эта церковь именовалась Преображенской, но в народе устоялось ее название как Ратнинская. Этот храм существует и поныне, но кладбище, где оно было, там же сохранилось, но были утрачены все древние захоронения, и на их месте сейчас новые захоронения. Еще в XIX веке донские исследователи активно писали о том, что кладбище гибнет, что так нельзя, это уничтожение памяти. Но военные люди не были заинтересованы, чтобы сохранять историческую память. Для них было важнее выполнить функции повседневности. Человек умер, его нужно похоронить. Потом на этом месте хоронили следующего и так далее. Поэтому от этого места сейчас осталась только память и
кладбище с новыми захоронениями. Но вернемся к монастырскому городку. Это действительно был удивительный комплекс, небольшой комплекс, где монахи совершали ежедневные богослужения. Вокруг них жило небольшое количество донских казаков, которые нуждались в помощи. Поскольку мы находимся в зоне фронтира, то понятно, что монастырский городок подвергался нападению. И действительно, в 1644 году в результате очередного нападения он был сожжен. И донские казаки вновь оказались вне всяческих религиозных центров. Они им, возможно, и не были нужны, как людям военным. Но существовала же концепция, что любая общность должна придерживаться определенной религии. И эта религия обязательным образом связывала ту общность тех людей, которые жили в определенном населенном пункте, с общностью определенного государства. Например, московский царь был очень заинтересован, чтобы донские казаки стали частью русской церкви. Здесь можно в качестве незначительного отвлечения сказать, что исследователи с XIX века очень активно писали о том, что Дикое поле входило в состав Царской и Подонской епархии. Но, как утверждают современные ученые, существование этой епархии – это всего лишь некий миф. Потому что он, во-первых, не подтверждается документами, а во-вторых, многочисленные свидетельства, например, проезжавшего мимо донских степей патриарха антиохийского, Макария, и других исследователей постоянно утверждали о том, что не было ни одного храма на территории Дикого поля. Действительно, храмы были только в городе Азак. Там была церковь Иоанна Предтечи, она была греческой, и она была местом, где заключались договоры между греками и представителями Азака. Впоследствии Азак был завоеван, он стал городом Азовом. Эта церковь была разрушена сначала, потом получила уже свою вторую жизнь, и она перестала быть греческой, вошла в состав русской церкви. Но это было гораздо позднее. А на момент формирования донского казачества эта церковь не оказывала никакого влияния на казаков. Так вот, когда была сожжена часовня в монастырском городке, казаки вспомнили, что, завоевывая Азов, они принесли обет. Если мы покорим Азов, то мы обязательно построим в Черкасске соборную церковь в честь Воскресения Христова. Военные люди есть военные люди. Азов они, конечно, завоевали и о своем обете сразу забыли. И только после того, как на Дону разразилась чума, они вспомнили. Так вот почему мы наказаны Всевышним. Потому что мы забыли о своем обете. Они во время азовского осадного сидения
находясь в состоянии осады, когда они понимали, что они, ну, скорее всего, все погибнут, они повторно принесли обет. Чудесным образом они не погибли. Они выдержали осадное сидение и вернулись на свои земли. Ну, вернулись, потому что от Азова им пришлось отказаться. Но, тем не менее, казаки очень хорошо помнили свой обет. И после сожжения часовни в 1650 году они отправили в посольский приказ челобитную, в котором просили царя Алексея Михайловича Романова помочь им построить церковь. В частности, в челобитной они писали: «Мы люди полевые, не знаем мы строительства, но хотели бы церковь». А для Алексея Михайловича была важна идея вовлечь донское казачество в состав русской церкви. Именно благодаря этому царь мог контролировать вольных и непослушных донцов, которые никому не хотели подчиняться. Царь Алексей Михайлович стремительно дал указание о необходимости строительства церкви в черкасском городке. Он выделил дерево, он выделил деньги, он выделил связное железо и отправил все на Дон, включая строителей. Храм был построен в 1652 году, церковь уже стояла. И тут встал вопрос о том, что служить-то в ней некому. Нету донцов своих священников. Но и здесь царь не оставил войско донское своим покровительством. Он встретился с патриархом московским и всея Руси Иосифом и попросил его благословить строительство церкви и отправить туда священников. Как мог патриарх отказать царю? Конечно же, не мог. Он дал знаменитую благословительную грамоту, потом она стала называться храмозданной грамотой. К удивлению, ее текст сохранился до сегодняшних дней. И он вошел в состав прекрасного источника «Донские дела». То есть сейчас мы можем прочитать текст середины 17 века, в котором патриарх благословляет строительство первой на Дону церкви, собора во имя Воскресения Христова. А после того, как царь попросил священников, патриарх нашел на Москве бесприходных священников. Они тогда имели второе название – крестовые. То есть священники, которые не были приписаны к определенной церкви, а находились вот в таком состоянии, как бы они выполняли какие-то требования и ждали назначения. Он таких священников с семьями отправил на Дон. В 1652 году собор был освящен. Удивительно, что этот собор был освящен приходским священником и иерейским чином. Обычно великое освящение церкви совершает епископ. Ну, поскольку на Дону епископов не было, традиция освящать донские церкви иерейским чином осталась до начала
XX века. То есть архиерейским чином освящались в церкви очень и очень редко. Даже соборы в станицах освящались простыми приходскими священниками, что также было допустимо. Но момента великого освящения не было. Что значил Воскресенский собор для Донского казачества? Донское казачество, разумеется, не стало сразу верующим. Во-первых, этот собор стал свидетельством того, что патриарх формально взял на себя функции епархиального архиерея земли донских казаков. Он не назначил сюда никого, и не было пристального надзора за донскими казаками, которые не были православными в том понимании, в котором мы привыкли это осмыслять. Они оставались обычными людьми. Церкви на Дону было очень мало. А тут случился 1666-1667 год, когда пришел Большой Московский собор, на котором было принято постановление о том, что старые обряды необходимо упразднить и совершать все богослужения и требы только по новому обряду. Ну, как вы понимаете, это было начало старообрядческого раскола. Как донцы отнеслись к старообрядческому расколу? Абсолютно равнодушно, им было все равно. Они вообще не понимали, чем отличаются старые от новых обрядов. Они были люди поля, люди войны, но никак не люди, которые пристально следили за богословскими тенденциями. Церквей была мало, одна, а старообрядцы, которые начали пребывать активно на Дон для того, чтобы сбежать от политики царя Алексея Михайловича, они начали постепенно обучать донцов, как правильно с их точки зрения нужно веровать в Бога. И это стало причиной распространения на Дону старообрядчества. Собственно, Донской регион благодаря этому вплоть до 1897 года, то есть до первой переписи населения Российской империи, только занимал второе место по численности старообрядческого населения. Это была, с одной стороны, обычная повседневность жизни донского казачества, с другой стороны, возможно, трагедия. Ну, думаю, что сами казаки не считали это трагедией, для них это было естественным состоянием. Действительно, Дон был в 1652 году причислен к составу русской церкви, и цари пытались даже контролировать донцов с помощью священников Воскресенского собора. Известные письма на Дон царевны Софьи, которая была регентом при своих малолетних братьях Иване и Петре, о том, чтобы священник контролировал распространение старообрядческого раскола. Она инициировала походы казаков для ловли старообрядцев и высылки их в Москву. Но Москва далеко, контроля нет, поэтому раскол распространялся, у казаков формировались свои представления. Собственно, таким образом в 17 веке донское казачество, с одной стороны, стали частью русской церкви,
В XVII веке начала активно формироваться церковная организация, но поскольку Дон был далеко и его невозможно было контролировать, это все находилось во власти войскового правительства, то есть войсковой канцелярии, извините. И канцелярия все стороны жизни правительства контролировала. Таким образом, донцы остались людьми войны, а церковь продолжала выполнять формальные функции. Только в XIX веке была введена знаменитая формула «За веру царя и отечества». Но только в 1835 году на Дону принято постановление, а затем учреждена самостоятельная Новочеркасская и Георгиевская епархия, получившая в 1842 году наименование Донская и Новочеркасская, которая смогла контролировать население земли войска Донского.